Это новосибирский языческий божок. Говорят, что это чур. Ну, не знаю, какой он чур, но идолище чувствуется древнее. Вот такая вот сгнившая штука. Все уже трухлявое, но вот видно, что она старая-престарая. Здесь местные язычники устроили капище. Капище показывать не буду. Все засрано. Ну, язычники, они и есть язычники. Вот что-то так. Это находится у нас в ботсаду в Новосибирске. Вот тут вот. Ботанический сад, за которым уже почти никто не ухаживает. Растут интересные деревья. И растет вот такой вот идол.